Семейка! Привет! Ты помнишь, меня зовут Егор? Сегодня мы соберем с тобой конструктор с Майей. Ах, люблю я конструкторы! Домик для Майи там внутри. Давай открывать! Так, а что у нас тут нарисовано? Надпись Йока. Майя высаживает цветы возле дома. Ага, Майя на розовом автомобиле. Ну все, давай скорее строить! Так, открываем, высыпаем. Ух ты, сколько деталей! Ну, давайте начнем с Майи. Я вот вижу, тут у нее ручки лежат. Одна и вторая. А вот у нее тельце зеленое. Вставляем в эту дырочку одну руку. Раз. И два. Вот так вот. Готово. А теперь вот они, ножки синенькие. Теперь ищем голову. Где у нас голова? Ага, вот она. Красная голова Майи. Раз, два, три, и Майя готова. Привет. Ух ты, вот смотри, розовый кузов для машины Майи. Но это только кузов. А где основа? Вот она, красная. Надеваем сверху кузов на эту основу. Вот так, готово. А штучки для колес. Где же колеса? Вот они. Раз, два, три, четыре. А это? Пять. Ну, давай пробовать. Это сюда раз. Это сюда два. Смотри, какие они круглые. Белые колеса. Три, четыре. А куда же пятая? Ага, вот она. Штучка для запасного колеса. Пятое колесо. Готово. Ой, а можно я помогу вам? Я вижу, тут отвертка. Угу. Ух ты, а это пила. Она мне тоже поможет. Ой, на этой травке я буду строить себе домик. Сначала желтый фундамент. Теперь кирпичики. Два фиолетовых и два розовых. Вот так. И две зеленые детальки. Вот такие. Раз, два. Готово. А теперь вставляем оконную раму. Раз. Два. И три. Хи-хи. А сейчас мне понадобится пила. Я распилю крышу на две половинки. О, готово! Устанавливаем крышу. Готово. А теперь центр крыши. Раз и два. И это у нас будет держатель для шестеренки. А вот и шестеренка. Устанавливаем шестеренку. Раз. Готово. Ну чего-то не хватает. Я знаю чего. Солнышко. И два. Ой, еще одна лужайка с травкой. А это что за детали? Какие-то шестеренки. Это цветы. Самое интересное. На зеленой травке три стебелька. Три белых стебелька. Раз, два, три. И три цветочка оранжевых. Раз, два и три. Готово! Смотри, а если крутануть один цветочек, то вращается еще второй и третий. Это же шестеренки. Смотри, а если мы подставим наши оранжевые шестеренки к этой большой фиолетовой, вот что будет. Смотри, она начинает вращаться. И это же карусель прямо у меня на крыше. Ну все, Майя не терпится скорее рассказать друзьям о новом домике и цветочках. Для этого ей понадобится машина. Раз, два, поехали! Пока, ребята! Ну что, малыш, тебе понравилось? Тогда нажми на экран и смотри дальше!